Так, что, выбираем эту главу? Что у нас будет сейчас? Переключиться мы не можем. Это, конечно, слишком далеко все. Так, а если мы загрузимся? Допустим, мы загрузим вот этот слот. А, это слишком далеко. Это только что. Так, ладно. Так, вот сейчас я не знаю, кто будет у нас. По идее, только один граф должен выбежать. Точнее, от. Откуда здесь вообще... А, граф, по-моему, этот спас его. Так, все это пропустить бой, это остается в живых. Попробуем так. Это невозможно. Мои преданные боты. Они больше не отвечают на мой зов. Вот и все. Игра окончена. Мешок с болтами. Нет, я еще не... Ди, моя нога, я не могу ею пошевелить. Дьявол, иди сюда, я унесу тебя. Не надо, забудь пока обо мне. Ты должен прикончить его. Прикончу, как только ты будешь в безопасности. Тебя ждет дома. Брок. Ну все, иди. Где он? Так, я же говорила, сейчас не время для ругани. Дрожит. Как бы здесь понятно. Тебе вообще есть шансы выстоять против такого? Должен быть способ. Должен быть. Позволь, я проведу расчеты. Вероятность того, что ты проживешь больше 2 минут, так, ну это мы слышали. А как мы его можем победить? Там вариант какой-то бот-уборщик. Радар. Нет. Это плохо работает. А, серьезно? Минус ноги. Минус руки. То есть вот так то можно победить. Просто пультом управления. Прикольно. Да. Надеюсь, тебе понравилась огромная консерва. Ух, на секундочку я подумал, что с меня хватит драк. Не могу поверить, ты почти прикончил меня 2 раза. Так, это мы слышали? Нет. Ди, не приближайся. Что делать? Так, ну, мы первое, мы последнее пробовали. Так, продолжить говорить. Ну, у меня заканчивается идея Ди. Перед тем, как ты нас убьешь, я хочу знать, почему? Почему ты так стремишься уничтожить сламеров? Разве не очевидно? Порк. Когда мы впервые встретились много лет назад, я еще не был ботом. Для меня ты всегда был старый развалинный. После того, как я превратился в это, я продолжил свою работу в полиции. Медленно, год за годом. Я наблюдал худшее в человечестве. Убийства, кражи, агрессия, мошенничество. Каждое новое дело было хуже предыдущего. И все происходило в сламс. Это чушь. Результат забагованных алгоритмов в твоей тупой башке. Нет. Это разумные выводы, на которые я способен лишь благодаря остаткам моей человечности. Человечности? Ага, как же. Видишь ли, может, я и выгляжу как машина, но я все еще не могу совершать быстрые вычисления. Я ведь был создан с целью воспроизвести человеческий мозг. Я помню все о своем прошлом. Я никогда не чувствовал никаких отличий с прошлым собой. Нет, просто я достаточно давно в полиции, чтобы понимать. Люди ничему не учатся. Преступники всегда будут продолжать совершать преступления. Гнилые ростки следует затоптать. Это единственный способ.
удостовериться, что все, кто того заслуживает, находятся в безопасности. Дай угадаю, горожане Драмс? Очевидно. Эта часть человечества заслуживает спасения. Если ничего не сделать, рано или поздно эта чума, поразившая всех за пределами купола, распространится и внутри. Почему ты не хочешь это понять? Потому что ты грязный кусок желе, железяки. У людей есть сердце, а у тебя нет. Ох, кое-что он все-таки позаимствовал у людей. Способность врать. Заключенные, которые были убиты. Это тоже твоих рук дело, так? Разумеется. Это был мой первый план. Тогда я еще думал, что селективный подход может сработать. Но как? Доктор Гиркин сказал, что необходимы все три голоса. Все верно. Я не всемогущ, мои силы ограничены. Чтобы дело получило ход, нужны все три голоса. Одного голоса против достаточно, чтобы его заблокировать. Поэтому я использовал лазейку в системе. Возможность переформулировать вопрос. Переформулировать? После фразы «Должен ли этот заключенный быть приговорен к смерти?» я просто писал «Должен ли этот заключенный быть освобожден?» и менял местами ответы. Суть особо не меняет, не находишь. Был нужен лишь один голос против. Но среди кучи вопросов, которые к нам поступали, никто ничего даже и не заметил. Какой же бред? Тот, кто придумал эту систему, просто конченый идиот. Не идиот. Но создатель не безупречен, как и все люди. Мой план был безопасен, стабилен и прост. Но этого оказалось недостаточно. Вскоре я понял, что нужно действовать масштабнее, рискнуть и осудить всех жителей Сламс. Будь реалистом. Обманы, грабежи и драки — это все, из чего состоит образ жизни сламеров. Кто из вас никогда не занимался ничем подобным? Да, мы не идеальны, но каждый заслуживает второго шанса. Мы можем стать лучше. Не можете. Можем. Заткнись. Погоди-ка, дело Ли. Ты и о нем соврал? Нет. Насколько я знаю, это правда был несчастный случай. Пожар был вызван глобальным отключением электроэнергии. В городе творилось черти что. Я не верю тебе. Понимаю, за всю мою карьеру это дело было единственным, в результатах которого я не мог быть абсолютно уверен в связи с утратой данных. Это всегда меня беспокоило. Нас таких двое, значит. Заткнись, между нами ничего общего, отброс. Что делать? Так, ну, притвориться мертвым, просто попробуем. Брок? Брок. Притворился опоссумом, значит. Не думай, что сможешь меня обмануть. У меня есть сенсоры. Даже мертвая кошка подпрыгнет, упав с большой высоты. Ты несешь какой-то бред. Хватит игр. Пока ты еще способен говорить, какими будут твои последние слова перед тем, как я тебя уничтожу? Ну... Так, ну это мы пробовали. Я понимаю. Я понял. Минус 10. Думаю, ты был прав. Сламс обречен. Прошу, прекрати наши страдания. Наконец-то проблески мысли. Кто это сделал? Так, ну это можно пропустить. Ты в порядке? Это я тебя должна спросить. Ну, я не помер, но почти жалею об этом. Блин, мне живого места нет. Мы поправимся, если выберемся отсюда живыми. Кто или даже что это такое? Директриса школы моего сына. По крайней мере, я так думал. Ха. Эй, груды мусора, притворяющиеся людьми. Сколько еще таких существует? Таких только двое, я и он. Боюсь, нет времени объяснять. Мистер Брок, оставьте это мне. Ладно. Я за тобой наблюдала, П-26. Ну, конечно же. Я много раз пытался избавиться от связи нашего позиционирования. Так, это мы все читали. Ты неисправим. Я скрою пузо этого крока. Так, и это пришел. Все целы?
Ржей, привет. То же самое. Ну, в таком виде он далеко не уйдет. Немного опоздал с сожалениями. Ты сам выбрал такую судьбу. Нет, дело не в этом. Теперь, когда меня не станет, все будет кончено. Похоже, мы победили. Пневмопочта заработала? Вы сделали это? Брок, забудь его слова. Он был самым сломленным человеком внутри дефективной машины. Разве? Все, что он говорил, имел смысл, конечно, в извращенном манере. Он знал что-то. Вот, мне очень жаль. Это ладно. Это было. Брок, ты же сам говорил. Каждый заслуживает второй шанс. Плюс 5. То есть без нее, видимо, мы бы этот плюсик не получили. Слабо. Когда-нибудь я доберусь до тебя. Хотя он ушел так же. Я знаю. Но ты не передо мной должен извиняться. Ты права. Граф, куда он делся? Ушел. Поговорю. Но сначала, иди, давай я помогу тебе. Нет, за меня не беспокойся, я уже могу идти. Ты заслужил возможность побыть сыном. Ты же мир спас, ковбой. Разве? Что будет теперь, когда страной больше никто не управляет? Мир пока обойдется без правителей. Побеспокоимся об этом позже, мистер Брок. Ну же, иди. Хорошо. Так, здесь, наверное, все то же самое. Чтобы отношений было больше, нужно вначале было правильно сделать. Так, ну не знаю, ну будем смотреть каноничную концовку. Так и быть, почему бы и нет. А чтобы получить другое, там надо многое менять. Так, время стирает память. Так, а здесь все-таки, походу, робот куда-то улетел. Так, и про замок. Это идет как концовка. Какой-то разгадай символы вселенной или что-то такое. О чем речь? Ладно. Когда-нибудь разгадаем. Не вижу никакого рычага или чего-то подобного. Стучит. Шей, ты там? Ее нет внутри, хозяин Брок. Я просто проверил. Так, ладно. Так, ну заходим. Я должен сделать это. Ого, хорошо хоть, что у меня нет клаустрофобии. Шей, я тебе доверяю. Поехали. Начало через 3, 2, 1. Прощайте, хозяин Брок. Когда вернетесь, прошу, помните обо мне. Удачи, бро. Спаси меня. Спаси нас всех. Оу. Что это за место? Такого не может быть внутри машины. Или может? Внутри. Какого? Не обращай на меня внимания. Кто ты? Отражение твоего прошлого, захода сюда.
прошлого захода сюда. Прошлого захода? Это место, где хранятся все воспоминания. Мои воспоминания? Не только твои, а всей Вселенной. Выйди. Я здесь уже бывал раньше. Я думал, к этому моменту ты осознаешь. Все, что происходит, уже происходило раньше. И все произойдет снова. Это означает, что я не властен над судьбой? Как, например, я виноват в изгнании визгунов, но я не хочу этого. Если я вернусь назад, могу я что-нибудь изменить? Можешь? Задай себе правильный вопрос. Хочешь ли ты этого? Да. Я хочу изменить судьбу. Не ради себя, а ради близких мне людей. Тогда ступай. Войди в пустоту. Не бойся. Тебя ждет долгий путь. Но в конце... Все будет хорошо. Я могу тебе доверять. Доверяй себе. Все зависит от тебя. Спасибо, прошлое я, или что ты там такое. Хорошо, время пришло. В тот момент мое сознание, казалось, таяло. Я медленно плыл в неизведанное, пустоту. Мое последнее расследование было завершено. В течение последних 3 лет мне удалось спасти Сламс от опасной угрозы, но я не смог изменить собственную судьбу. Столько мыслей приходило на ум. Я всеми силами пытался ухватиться за одну единственную. Мне все равно, если мое существование будет стерто из времени и пространства. Мне все равно, если я потеряю все воспоминания. Единственное, что было важно — ты. Все эти годы. Ты был рядом. У меня не хватило бы сил двигаться дальше, если бы не ты. Поэтому я исправлю все свои ошибки. Я сделаю все верно ради тебя. Я не сдамся, несмотря ни на что. Пока я жив, я найду способ. Я перепишу историю ради тебя, потому что я люблю тебя, граф. Каноничный финал. Я думал, мы Лию увидим. Что-то как-то не каноничный. Тут то же самое. Не, все то же самое. Так, ну ладно, посмотрим. Хотя, в принципе, все то же самое. Все это жива, все живы. И все будет то же самое. Ладно, пропускаем. Ну, посмотрим, что у нас там за рекламное объявление. Теперь-то можем. А, ну, само. Из-за потери триботов мы лишили значительного объема мощности. На полное восстановление потребуется несколько дней. Хозяин, я должен погрузить вас в глубокий сон. Это незначительная неудача. Я так долго ждал. Могу подождать еще немного? Брок, ты думал, что сможешь держать меня в стороне, убрать мою фигуру с доски навсегда. Но я здесь. Очень скоро я пробужусь. И заберу все, что принадлежит мне. В этот раз. Я доберусь до вас. Сыновья мои. Мои сыновья. Так, и музыка пошла. Так, ну это что-то типа как задел на вторую часть. Заморожен. Первая открытая концовка для 33% игроков. В общем, заморожен. Почему он называется «Сыновья мои»? А, это который этот. Создатель, получается, он. Я думал, что есть теория, создатель могла быть Лия. Ну нет, походу он. Потому что один был онлайн, и 3
офлайн. Так, хорошо, сработало. Она могла не сработать. Может, если бы я дату не выставил? Уничтожь машину. Попробуем уничтожить машину. Сейчас как раз-таки загрузимся. Это, в принципе, просто. Оставь свой отзыв. Так, у нас меню другое пошло. Ну, ладно. Так, загрузить. Можно просто продолжить. Ну, автосохранение у нас там, где шей. Может, так просто, наверное, эта картинка выглядит по факту. Шеи тут нет. Ну да. Так, интересно все-таки, какой у нее пароль. Так, хорошо, уничтожен. Хозяин Брок. Я очень не рекомендую ее повреждать. Так, забавно. Новая локация. Что это за место? Фу, тут воняет. Коты, 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 коты. Крыса, печенье, кот. Крыса, розетка, дверь. Черный ящик. Плоская версия наших клевисов. Так, туда пока не пойдем. Нет ручки. Нормально. Не суй пальцы в розетку. Ты просто выставляешь себя на посмешище. Но мы здесь же появимся. Да. Это хорошо. Что там показано? Какая-то готовка. Марс ТВ? Или Мам ТВ? Мом ТВ, по-моему. Крыса. Визгун? Этого уже кто-то отлупил. Эти парни тут повсюду. Граф, это ты? Граф. Мяу. Не волнуйся, сынок, я верну тебе нормальное состояние. Бурчит. Мурчит. Нет, спасибо, я собираю только рекламные объявления. Не могу открыть. Где ручка? Драться здесь нельзя. Выход. Нет. Дверь. Что за псих хранит у себя в спальне гроб? Там гроб какой-то. Так, гроб. Вряд ли там этот спаситель, не спаситель, а создатель. Получается, здесь больше делать нечего. Вот у нас один, кот один. Человек. О, здравствуйте. Вы друг Бьорна? Что? Уф, офигеть, живая плюшевая игрушка. Можно ему голову оторвать, мам? Пожалуйста. Чего? Ты чего, милый? Он вовсе не плюшевый. Он человек, вроде бы. Эй, разумеется, я человек. А вы еще кто такие? Давай лучше спросим у твоего папы. Фу, еще раз его так назовешь, и я заставлю тебя есть твой собственный суп. А чем плох мой суп? Видимо, не у меня одного проблемы с родительством. О нет. Смотрите-ка, кто пришел. Без мозга идиот. Привет, Бьорн. Привет, Сандра. Как у тебя дела? Такого черта. Что этот чудик в костюме делает в моей квартире? Я... Подожди. Происходит что-то... Что-то совершенно невероятное. У меня есть голос. Не может быть. Посмотри, какой бардак ты развел в моей квартире. Даже нагадил тут.
Нет. Тут все так и было, когда я вышел здесь из машины времени. Появился такой луч света и... Ага, конечно. А у меня есть машина, на которой я могу печатать деньги или клонировать себя. Кстати, где Бьёлин? Привет, мамуль. Делает отрыжку. Шей, вытащи меня отсюда. Бро, ты сам во всем виноват. Что я такого сделал? Уничтожил мою машину. Ту самую, которую я полжизни чинила. Теперь ты затерялся во времени. Навечно. Ой. А можно переиграть? Конечно, после титров. Круто. Круто. Цинично. Финал. Все-таки это одна из концовок. Так, это можно пропустить. Это расследование еще не завершено. В следующий раз попробуй открыть каноничную концовку. Мы ее открывали. Не уничтожай машину. Так, ладно. Хорошо. Так, у нас насилие, мудрость. Мы можем это все переиграть, то есть надо переиграть так, чтобы неизвестно. Неизвестно. Этого надо спасти, эту не допустить. Бродяга сражался, где он погиб? Вот от Вересина вести код. Можно, видимо, просто ударить. Так, хорошо, ужасно. Что-то еще есть. Какой-то еще есть. Просто удовлетворительный, наверное. Так, отношения плюс. Ладно, спускаемся туда в самый-самый конец. Так, все мы, конечно же, не посмотрим. Первая открытая концовка для 1% игроков. Так, из петли финал. Секретный ящик, как его открыть? Действительно не знаю. Ладно, посмотрю в интернете. В общем, посмотрел, нашел код. Кто-то уже разгадал. То здесь нужно перевести язык этой вселенной. Собственно, так, надо начинать с этой главы. Так, это пропускаем. То есть, вот этот язык надо прямо перевести. То есть, если взять английский язык, это все надо на английском делать. То есть, здесь было бы написано по-английски все. И мы могли бы как бы сложить, так скажем, шифрование под этот алфавит, под алфавит игры. То есть мы сейчас узнали, какие буквы на английском означают вот эти символы. Соответственно, так бы мы перевели все, сколько, 26, по-моему, букв в английском. Все 26 букв. Здесь бы мы смогли узнать, что это какой-то, по-моему, сектор называется. Типа сектор 378. И потом везде искать подсказки. Также вот эти объявления, которые мы находим, рекламные. Если их сосканировать с телефона, там пересылает на какую-то ссылку, перекидывает. И там написано, что, по-моему, пятая цифра 8, что-то такое написано. Это я пробовал, у меня один раз получилось все-таки сосканировать. В остальном как-то не очень. Не ловит. Вот, в общем, есть люди, которые уже все это сделали. Перевели все языки. Весь алфавит. Так, а здесь она пока еще внутри. И, в общем, везде нужно будет искать всякие текста. Их переводить. В гараже Шея, знаю, там есть один текст. Так, в общем, нам надо туда попасть. Вот это можно будет перевести, как это называется. Опять же, если знать язык игры. То здесь вот три буквы одинаковые. Я не знаю, как это переводится. Но тем более, это надо играть на родном, так скажем, языке игры, на английском. Тогда будет все понятнее. В принципе, так же, как нам здесь и пишут. Так, как нам теперь сюда попасть? То есть надо играть на английском. Так, чтобы сюда попасть, нам нужен хотя бы какой-нибудь финал, да? Так, хорошо.
Соглашаемся. Уходим. Так, его сейчас надо победить. Окей. Так, бой пропускаем. Здесь тоже пропускаем. Абсолютно все пропускаем. Нам надо добраться до гаража Шей. Так, в общем, конечно, долго идти до этой концовки, даже проматывая. Так, да, пропускаем. Я не знаю, возможно, можно было бы просто загрузиться. Так, возможно, было бы проще. Так, на изображение не нажимали. Это что, часы? Если я не ошибаюсь, это старая стёрка. Я таким пользовался еще в школе. Ничего на ум не приходит. Эй, а может мозг? Так, ну это ладно. Так, время стирает память. Так, вот здесь одна подсказка идет к шифру. То есть, если вот это перевести, здесь что-то скажет, что какая-то там цифра будет 4 или 9, по-моему. Четвертая цифра 9. Здесь, по-моему, пишется так. Так, переходим сюда и открываем ящик. Вот у нас получается пятизначный. 3, 5, 2... 9 и 8. Сработало. Дневничок. Прочесть это? Ну, естественно. Как это все началось? Я не знаю. Он пришел ко мне, когда я нуждалась в этом больше всего. Если бы не он, я не знаю, что бы со мной стало. А теперь я должна убедиться, что все повторится вновь. Я пытаюсь все скрыть, но... Мне страшно, что если я потерплю крах. Он думает, что я создала эту машину. Нет, мне едва ли удалось ее скопировать. Тогда кто? Я, но из другой временной линии? Возможно, этого я никогда не узнаю. Сегодня это случилось, как он и говорил. Это было ужасно. Могла ли я это предотвратить? Технически я это и сделала. Я использовала машину небольшой скачок назад во времени. Он не потребовал больших затрат энергии. Все получилось, но тот образ, он будет преследовать меня всегда. Единственное, что важно, это настоящее, текущая временная линия, верно? Нужно двигаться дальше. Я так долго стремилась к этой цели, практически всю свою жизнь. Да какая там жизнь, у меня практически нет на нее времени. Ай да я, просто лучший писатель всех времен и народов. Иногда я задумываюсь, стоило ли оно того. Стою ли я всей той боли, которую должна ему причинить? Если бы он только знал. Он ни за что не простил бы меня. Я знала все, что будет до этого момента. Это он рассказал мне все
Как иронично. Что будет послезавтра? Не имею представления. Я буду делать то же, что и все. Что и все. Бояться будущего. Он ничего не подозревает, после того, как я столько раз направляла его на верный путь. Что за идиот? Невероятно милый идиот. Я никогда не смогла бы ему все сказать, и не потому, что я могу просто перестать существовать. Я просто не могу, я не такая смелая, как он. Я слаба, именно поэтому мне все равно, что мне никогда не быть с ним, я его недостойна. Единственное, что меня волнует, это его благополучие. Хотя, кого я обманываю? Я просто эгоистка. Если только когда-нибудь ты заключишь меня в своих объятиях, мир может лететь ко всем чертям. Мне больше ничего не будет нужно. Бро? Как ты... Теперь мне все ясно. Это уже не важно. Ты должен уйти. Почему? Так не должно было случиться. Ты не должен был его читать. Я не должна была с тобой увидеться. Успокойся. Все хорошо. Нет, не хорошо. Годы подготовки, а ты взял и испортил все в последнюю минуту. О нет, началось. Уходи отсюда, сейчас же. Нет. Но... Не уйду. Мне надоело бегать. Я больше не хочу быть один. Никогда. Что бы ни случилось, я останусь с тобой. Ходу ее обнял. Брок. Спасибо тебе. Секретный шкафчик достижения выполнили. Дневник. Финал. Так, время игры. Дальше. Это расследование еще не завершено. В следующий раз попробуй открыть каноничную концовку. Не открывай ящик Шей. Ладно, это понятно. Так, здесь будет то же самое. Та же самая лавка. Хорошо. Так, смотрим, что у нас еще осталось. Нам многое, конечно, придется переигрывать. Так, что мы можем открыть? Здесь нужно отношения поднять. Здесь нужно... А, судьба главаря визгунов, агрессия больше 90%. У меня была или сейчас 80%. Ставить живых. А, то есть если у меня будет больше агрессии 90%, мы его убьем, что ли? Использует только кулаки, а не мозг. Так, хорошо. То есть вот здесь не надо оставаться, чтобы она осталась в живых. Так, ну чтобы сюда попасть, все равно нужно использовать мозг. Найти истину. Так, хорошо, где мы можем что поменять? Так, здесь бежать только вот, но это и есть. Сражаться, насилие. Граф побеждает шефа. Так, вот здесь надо, да. Выбор, бомба или экзамен. Но минус мудрость это ладно. Кулаки. Сбежать из бункера. Так, пока все правильно. Так, получить диплом нет. В принципе, это, кстати, можно по-простому сделать. Так, очень сложно. Сложно сейчас все это воспринимать. Как нам перепроходить?